Сегодня в Ледовом дворце Чебоксары-арена весь день шли бои. Девушки участвовали в предварительных и полуфинальных соревнованиях. Открытый кубок – это всегда зрелищно, динамично и эмоционально. Нашу республику представляют 7 спортсменок. Алена Игнатьева, Екатерина Михайлова, Елизавета Смирнова, Надежда Краснова, Вероника Чумикова, Анастасия Яковлева, Алена Тимофеева. Воспитанницы Чувашской школы женской вольной борьбы и члены сборной России Вероника Чумикова и Алена Тимофеева вышли в финал и завтра будут бороться за победу. За выход в финал я боролась с московской девушкой. Изначально я лидировала, это придавало мне уверенности. В конце концов я выиграла ее и тем самым вышла в финал. А в финале я буду бороться с представительницей из Монголии. Будем настраиваться. Для меня это огромное счастье оказаться в финале. Те лидеры, которые в сборной команде, они как бы сегодня так показывают содержательную хорошую борьбу. Значит, и приятно, что и среди этих опытных спортсменов выступают и молодые девочки выступают из молодежной сборной команды. Тоже, говорят, как бы демонстрируют свое мастерство. В целом наши девочки вот хорошую показывали сейчас содержательную борьбу. Всего будет разыграно 10 комплектов медалей в 10 весовых категориях.